Региональный музыкальный конкурс «Мелодия счастья» собрал на сцене яркие семейные коллективы. В программе конкурса песни из кинофильмов и мультфильмов, русские народные, авторские и современные композиции. На сцене Дома творчества «Созвездия» лучшие из лучших. Всего в отборочных этапах приняли участие 92 семьи со всего Подмосковья. Более 20 из них оказались в финале. В числе выступающих представители Химок, Красногорска и Долгопрудного. Участников конкурса поприветствовали почетные гости. 2024 год объявлен нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным годом семьи. Годом, когда необходимо обратить внимание на все то, что нас объединяет. А в первую очередь это наш дом. Сегодня здесь, как мама, вам хочу сказать слова. Семья – это фундамент, на котором растут наши дети, наше будущее. Фундамент, где они берут любовь к родине. Каждый номер конкурса – не просто песня, а целое представление с танцами и сказочными костюмами. Химки принимают такой масштабный конкурс не впервые. По словам организатора Елены Маршевой, у проекта далеко идущие планы. Семейный музыкальный конкурс «Мелодия счастья» проходит в Химках 8 лет. Вот. Он у нас был ранее муниципальным. В этом году он расширен до регионального масштаба, что это нас радует. Это замечательная возможность проявить себя, объединив семью. А семья что это? Это главное, да, в жизни каждого человека. Песня «Я влюбилась в крокодила» от Тихонравовых очаровала зрительный зал. На сцене вся семья. Мама Ирина, папа Александр, сын Даниил и дочь Софья. Мандраж. Отходим, вот ручки трясутся до сих пор еще. Волнительно было, а сейчас прям еще более волнительно стало. Еще приятно, что столько аплодисментов получили. Да, очень нас поддерживали. Большое спасибо тем, кто поддерживал и болел за нас. Иван Логинов пришел на конкурс вместе с двумя сыновьями – Романом и Виктором. В прошлом году уже пробовали свои силы и участвуют снова. Мы подготовили песню про папу. Папа может. Мы любители, но всю жизнь в музыке. Семья Павловых презентовала добрую, известную песню «Хорошее настроение» и подарила зрителям положительные эмоции. Мы уже участвуем 4 года в этом конкурсе. И каждый раз получаем от этого конкурса все больше и больше новых впечатлений. Много плюсов в этом. Это и объединение очередной семьи, это и пополнение портфолио. Ну и просто так, может быть, и не соберешься куда-то с семьей в одинаковых костюмах. А это отличный повод. Конкурс «Мелодия счастья» приурочили году семьи в России. В 2026-м музыкальное состязание будет отмечать 10-летний юбилей и вновь соберет на своей сцене самых талантливых певцов всех возрастов. Елена Тараненко, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.